Всех приветствую, всем здоровья. Решил тут курочку испечь с овощами. Глянул, ни майонеза, ни лимона. Будем делать домашний майонез. А в следующем видео курочка с овощами и с домашним майонезом. Что вам для этого понадобится? Сырое яйцо, горчица, уксус, соль, сахар и 300 мг рафинированного растительного масла. С нерафинированным вкус такой, не очень приятный майонез получается, с рафинированным поприятнее. Сначала добавляем соли 1/4 ложечки, сахара 0,5 чайной ложечки, горчички чайную ложечку, уксуса 2 чайные ложечки, ну или 1 столовую. Все это перемешаем. Теперь добавляем сюда яйцо. Аккуратно, чтобы оно было целое. Выливаем масло. Я вам сейчас расскажу один маленький секрет, как чтобы майонез поднялся, получился вкусный, взбитый. При взбивании майонеза одна маленькая хитрость. Сначала взбиваем желток внизу. Он четко у нас попадает посередине головки на ножи блендера. Вот так его накрываем и используем кнопочку «Турбо». Замечательная консистенция получилась. Накрываем и будем использовать для приготовления курицы с овощами. Что можно сказать о хранении домашнего майонеза? Трудно сказать. Более 2 суток он у нас не задерживается. Мы его поедаем и с салатами, и с разными блюдами. Поэтому не знаю, может и до 7 суток простоит. Не пробовали. Кому понравился быстрый, эффективный рецепт приготовления в домашних условиях майонеза, ставим лайки, подписываемся на канал. Всего доброго, всем крепкого здоровья, до встречи!